Кандиш – это ранняя капуста. Головка весом до 1,5 кг достигает при густоте посева 40 тысяч на гектар. 47-52 дня срок вегетации. Она идет тонкий лист, то есть это салатная капуста, но все капусты ранние считаются салатными. То есть она идет с тонким листом, не сбитый кочан, рыхлый кочан, то есть это для раннего выращивания. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.